Эта выставка отличается от других региональных проектов. Многими. И первое, это не просто гастроли Третьяковской галереи на региональной площадке. Это реальный пример сотрудничества и объединения усилий очень многих организаций. Третьяковская галерея, филиал Государственного Эрмитажа в Казани, ведь эти залы, это залы Эрмитаж в Казани. Музей-заповедник Казанский Кремль и Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, располагающий феноменальной, фантастической коллекцией русского искусства конца 19-го, начала 20 века. Коллекции, которая достойна самого пристального и заботливого внимания. Это удивительный пример сотрудничества с правительством Татарстана, с администрацией президента Татарстана. И я бы хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы высказать глубочайшую благодарность Рустаму Нургалиевичу Миниханову, президенту Татарстана. Именно он предложил идею действительно долгосрочного сотрудничества. И идею о том, чтобы мы представили здесь, в Казани, не только сокровища своей коллекции, а уровень представленных произведений, наверное, не нуждается в каких-то особенных рекомендациях, с тем, чтобы мы перенесли сюда, в Казань, те самые современные музейные технологии, которыми мы за последние годы овладели, с тем, чтобы это был проект, который сделан не просто по самому высокому столичному, московскому или санкт-петербургскому стандарту, чтобы это был проект, который будет сделан по самому высокому современному международному музейному стандарту.